Мы приехали с Матвеем, с дедушкой, с бабушкой, ну, короче, всей семьей в лес. О, Матюшка мне ромашку подарил. Класс. Мы нашли один березовик, но он какой-то не очень. Идем дальше. Грибник. Привет, привет. Ой, свежий воздух. Но грибов нету. Очень сухо. Здесь даже не пахнет грибницей. Мы нашли только один подберезовик. Ой, комаров полно. Пошли в Магнит, а у меня тут личный шофер. Нельзя ключи трогать. За руль держись, а то сейчас врежемся куда-нибудь. Жжж, да? Поехала. Как машина едет? Нет, скорость переключать мы тоже не будем, да? Вперед смотри, да, на дорогу, как рулит Вика. Бип-бип, да? Бип-бип. Деловая женщина. Ты деловая женщина, Вика? Бабушка у нас ходила в лес. Вон какой. Улов. Мутькина. Дыня. Земляничный. Тут контейнер. И тут. Я думала, там под низом тоже, но ладно. Настала пора, когда Викосик синий трактор слушает. А Матюшка спит. Не хотел, не хотел, и в итоге заснул. Интересно, Викось. Да? Ой. Нам привезли песок. Дети теперь не вылазят из него. У нас сегодня мяско. Это все свинина? А, это ребра. Свинина. А ребра свины не бывают? Бывают. Вы такой вариант не рассматривали? Рассматривали. Мы с позаранку уже копаем. Мои кроты в деле. Кроты! Помашите ручкой. Сегодня тепло. Два дня было холодище. Сегодня наконец-то снова лето. Ой. Класс. Дуть надо. Земляникой. Вот. Собираем. У меня уже отваливается спина. Я вся мокрая, красная. Сижу тут. Такая деревенская женщина. У нас вечерние покатушки. Прям видно, как идет над лесом дождь. Такой свежий воздух. Красота. Время уже 11 час, а на улице еще более-менее светло. Запаслась чашкой. Иду собирать клубнику, пока мои пошли кататься на велосипедах. Чуть больше половины плантации. Вот такая огромная. Я не знаю, сколько она литров. Чашка получилась. Пойду еще возьму тару. Да, возможно, наши ягоды, они не такие крупные, как покупные. Но зато они сладкие.
вкусные. В миллион раз вкуснее, чем мы покупали на магазине. Вот. Пошла даровать. И еще набрала ведерко. В общем, чеплашку. Я сегодня была у глазного. В общем, подобрали мне линзы. Но линзы дорогие. 3000 на месяц. Если те, которые она мне посоветовала. Вот. А еще она мне порекомендовала сделать лазерную коррекцию зрения. Один глаз стоит 20 тысяч. Это самое дешевое, если найти где-то. Вот. Но если посчитать линзы, сколько стоит, то, возможно, стоит задуматься об операции. Она потом себя окупит. Так что появилась новая цель. На что копить деньги. А это наше меню. Вот один. И оно там еще. Посмотрим, что из этого получится. Из нашего эксперимента с Матвеем. Яблок в этом году много. Тут молодая яблонька. Стоит обсыпная. Так что будем делать яблочный сок. Мама тут вон как петуньи разрослись. Красота. А это роза, но она уже цветает. Вон она дала еще молодой побег. У нас много лет стояло две стрелочки всего. А в этом году она резко начала расти. Я сделала а-ля стеночку для нее. Надо, конечно, подкорректировать. Надо ее чем-то обработать. Вот листочки жухнут. Викуська себя сама развлекает. Булочка? Чё? Матюха футбол с ребятами гоняет. У них там дискотека. Так, сорвать Вика. Угу, она вон рвет, ест. Что? Рвет, ест. Завтрак на плантации. Вик, ты там зеленую, мне кажется, сорвала, да? Нет, это не доспевшие. На, вот. Сейчас Вика! Я тебе дам. На. А, Вик! Вот тебе там дай. Дай. Спелу. Ну, хоть малинка зашла. Клубнику мы не едим, малину едим. Матюшкин ест все, да? Ты любишь ягодки? Первая поездка с Матвеем на такое дальнее расстояние до Приокского. Полет нормальный. С утречка сбегала на речку, набрала луговой клубники. Теперь поднимаюсь. Мои были со мной. Но тут такая глина, что у нас застряла коляска, все колеса покрылись глиной, и бабушка с ними пошла к дому, а я вот дорвала, и теперь иду обратно. Красота! Цветы цветут, птички поют. Ой, я сейчас еще в лес за грибами сходила, но одна я все-таки побаиваюсь. Не знаю. Ну и животных, и людей сейчас много неадекватных. Вот. О, просто красота. Такой свежий воздух. А я уже почти вышла к деревне. Так что осталось мне чуть-чуть. И буду дома. Вышла к пруду. Вот бабушка с Викушкой. Вон меня встречают. Уточек, наверное, смотрели. Вон, Викуся! Очень вкусно. Позируй, да? Да, очень вкусно. Вик, как ты ешь, это отдельное искусство. Какая ты чистая девочка. Тебе вкусно? Будет много облепихи. Надо
чай будет заваривать. Побрать. Какое спелое, сочное. У нас вечерняя прогулка по огородам.